и с гордостью сказать, оно самое профессиональное жюри за последние 10 лет, потому что оно умеет и подсказать, оно умеет и помочь. И даже когда они критикуют по-доброму. И, конечно, огромное вам спасибо, уважаемые зрители и дорогие коллеги. Я вас обожаю. Спасибо вам большое. Почти 10 лет. Сегодня, ну, вот было бы 10 лет, да. У нашего фестиваля был, можно сказать, ангел-хранитель, наш технический директор Леня Левит. Это человек необыкновенной доброты и профессионализма. К сожалению, после прошлого рождественского парада он ушел из жизни. Но мы его помним и очень любим. Действительно, он хранил... Вообще, я его запрещаю. Сколько лет он вел наш фестиваль как технический директор, это площадки разные, разные коллективы, которые нужно соединить с этими площадками, со техническими требованиями. Это необыкновенно сложная работа, очень нервная. Но Леня делал это каким-то совершенно волшебным образом так, что всем становилось легко и комфортно, и мы вообще не замечали, что это какая-то проблема и сложность в нашей жизни. Мы очень благодарны Лене Левину, и я прошу дочку Лёня, Леночку подняться на сцену. Мы хотим вручить вам приз памяти нашего любимого друга. Благодарю всех членов жюри и всех, кто... Извините, волнуюсь. Всех, кто имеет отношение к замечательному фестивалю «Рождественский парад». Вот, и я бы хотела... Я не готовила речь, но я бы хотела, наверное, сказать слова из любимой мной песни Бориса Бирмана. Вот очень хорошие слова, мне кажется, они очень подходят. Мы были когда-то вместе, нам было вместе легко. Ты ушел далеко, но остался на месте. Я остался на месте, но ушел далеко, мы все повзрослели, каждый поет о своем, между нами легли холода и метель, но помни меня, помни мой дом. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. И последний в этом году лауреат, человек, который... занимается необыкновенно трудной работой, благодаря которому мы все здесь встречаемся. Человек, без которого не было бы таких приятных для наших участников полных залов, как правило. Это человек, который ведет нашу группу ВКонтакте, который ведет трансляции наших спектаклей, который работает с регистрацией зрителей. И 10 лет я спокойна, потому что рядом со мной есть прекрасная Анастасия Новикова, которую сейчас вот мы совершенно внезапно отрываем от ее работы и просим подняться на сцену. Спасибо большое за такую высокую оценку. Я на самом деле не ожидала. Спасибо огромное. Я хочу сказать большое-большое спасибо всей команде фестиваля, куда я пришла. И мы каждый год стараемся делать его лучше, качественнее, интереснее. И, конечно, большое спасибо нашим зрителям, без которых вся моя работа не имела бы смысла. Спасибо всем огромное. Спасибо большое. Ситуации, конечно, надо было бы, если быть честным, сказать, что хорошо бы это все обмыть, но это мы сделаем несколько позже. А поскольку, как Пушкин писал, мы знаем все, из наслаждения жизни одной любви музыка уступает, но и любовь мелодия, ну, давайте послушаем сейчас маэстро еще. Насладимся еще, да?